Жители Юрюзани жалуются на отсутствие тепла в батареях местной больницы. Завтра в город должны приехать узкие специалисты для осмотра 150 детей. Родители бьют тревогу, как везти в больницу ребенка, если там замерзает даже взрослый. В очереди на прием к врачу приходится сидеть в теплых куртках. Температура в поликлинике не отличается от уличной. Вот я сейчас нахожусь в детской поликлинике. И, знаете, здесь температура вот на градуснике на данный момент 8 градусов, 8-9 градусов. Здесь очень холодно. Батареи все холодные. Проезжала мимо котельной, но дым из трубы не идет. Возможно, какие-то работы там и ведутся. Но здесь невозможно находиться. В администрации уверяют, последние сутки коммунальщики устраняют утечки в системе отопления. Оборудование старое и изношено. Правда, вчера котельную все-таки запустить удалось. Сейчас сюда будем выезжать, наши специалисты будут смотреть еще раз, что там случилось и как. То, что при мне запускали, я сам лично щупал трубы, это было вчера. Я так понимаю, там вопросы технического характера. Где-то спускать воду надо, пробки, где-то еще какие-то моменты. Сейчас коммунальщики ведут работы на теплотрассе больницы. Точные сроки включения отопления не называют.